Ну что, всем привет. Иринка сегодня из пельмешки без пешки. Потом у Иринки капуста. Смотрите, с бульончиком, какая вкусная, низкокалорийная и полезная. Также хлебушек, девочки. А как говорится, хлеб всему голова. Да. Что, будем кушать? Всем приятного аппетита. Сколько налепила? 365. Мало. Лепи еще. Вот. Что, девочки, съездила я уже в Екатеринбург. Понимаете? Съездила в Екатеринбург в областную. Если что, мне предложили. Что мне предложили, девки? Чё? Девочки. Мне предложили чё? Мне предложили операцию на желудок, девки. Ну, не знаю. Это, конечно, не бесплатно. В нашем мире даже ничего бесплатного не делается. Сначала, короче, надо к ним полежать у них. Не особо хочу лежать. А то, что я хотела уколы, мне все так просто оказывается. Понимаете, да? Мне записали на 28 марта. Офигеть. А говорит, все занято. Все занято. Ну, там, кстати, такой эндокринолог сидит. Но она такая в возрасте. Такая умная женщина. Такая говорит... Что это? Давление часто мерите? Я говорю, да нет. Я говорю, в больнице вообще не мерят. Она говорит, как? Я говорю, ну вот так вот. Понимаете, да? Ох. Вот сегодня у Иринки давление было высокое, 160. Ну, конечно, пока на пятый этаж поднимешься. Я ж не знала, я первый раз, что там лифт-то есть. Представляете? Пока на пятый поднялась, вот и давление. Пусть она не сказала сколько, но и хер на нее. Он говорит, какое, говорит, предложение? Вместо пожирания борща с майонезом. Какое? Ну, какое могут Иринке предложение еще сделать? Руки и сердце, ну что, вот такие тупенькие. Как оно? Ну, если вам только предлагают облизать тарелку, ну, это ваши проблемы.
Это мечтать не вредно на автомойке. Почему не вредно? Я не мечтаю, это вы мечтаете. Галина Сергеевна открывает. Представляете, да? Не знаю. Если вы такие сидите там на своем диване, сидите, ничего не делаете, это ваши проблемы. Понимаете, да? Так что, девочки, 28 марта Ринка ложится на государственное питание. Понимаете? Ну сколько там, 10 дней, да? Нормально. Поживем на государственном питании. Бульончик вкусный, капусте, короче, девочки, просто не представляете, как это вкусно, низкокалорийно и полезно. А что там вообще еще что такое, чтобы будь счастлива, спасибо. О боже, Иринка Сергеевна, какая ты умница, красавица. Это я, свинка Пеппи. Говорит, организм твой просит помощи, дай ему отдохнуть. Как, в смысле, почему он меня просит помощи? Как это? Пожалуйста, напишите в комментарии, как он меня просит помощи. Понимаете? Ой. Вот я с утра не ела, поехала. Время полтретьего дня. Ленка только кушает. Забыла эндокринологу пожаловаться насчет памяти. Ну, извините. 28 марта пожалуюсь. Она меня спрашивает, когда окулисты проходили? Я в 18 году? Как? Я говорю, вот так вот. Так что, девочки, сильно не переживайте. Когда-нибудь я похудею. А когда это будет, я не знаю. Так ведь? Еда – это чудо.
особенно с капустой. Угу. Ладно, хоть еще пишу так. Руководить ты можешь только ложкой с тарелкой. Почему? Ну что, люди такие, а? Вот как вы не понимаете? Короче, пришел, да, на работу. Посидеть там буду. Шел на работу. Всем пиздюлей дал. Из деньги кассы забрал. Ну, камерами руководить и дома можно. Что это такое, а? Не обязательно там сидеть. У нас будет еще счетчик стоять, сколько машин заехало, сколько выехало. Понимаете? Заезжали, короче, по делам в ЕКБ. Что там? Химии закупили, всякой херни. Ну, а вы что думали? Не все так просто. Руководить она будет там же язык, чтобы подвешен был. Так он мне нормально. Да я с вами так разговариваю. Муси-пуси, миленький мой, ты не горишь, ты вся во вкусе, рядом со мной. Да. А сегодня даже в магазин не заезжала. Ну что, какой магазин заезжать? Ну чё? Понимаете, да? Ну да, вот. Ну вот. Ой. Осталось 2 пельмешка. Как вкусно. Вот так вот. Что за маливную чистку комментов? О чем? Ой, комменты. Да, мои господа. Знаете, что вам хочу сказать? Как вы там пишете, она комменты чистит. Нет, комменты я не чищу. Знаете, они мне нужны. Ваши комменты отправляются на проверку. Понимаете? А то, что они потом не выходят оттуда, это уже ваши проблемы. И вообще, думаю... Что думает Иринка? Держа вилка. Как это было вкусно.
Вы просто не представляете. Ну что, будем рулетик? Как вкусно и полезно. Кстати, это кофе перестала пить. Ну, пока. Почему? Что-то мне не нравится. Какой-то вкус. Понимаете? Рулетики треску. Жарко. Да, пожарать Иринка любит. Мама мия. Милый пишет. Соскучился. Миленький ты мой, бери меня с собой. Ой, извините, что естественно, то не безобразно. Понимаете? Что, короче, наелась, устала, как собака. Понимаете? Очень сильно устала. Сейчас пойду. Пойду немного полежу. Че, целое утро, целый день. Ну, почти целый день прокатались. Так что, девочки, я пойду полежу. Вот, не скучайте. Всем пока.